забрали автомобиль Lada Vesta седан. В цвете сердолик, яркий, насыщенный красный цвет. Хороший металлик. Комплектация Comfort Winter 2020 года. Михаил, как довольна? Очень. Очень быстро все сделали. Я его уже давно трезвоню. Говорю, давай, что-то надо. Давай, копи деньги, давай, не трать ничего. Быстрее, машину надо брать. Да, ну я как бы уже сам решился, сам написал. Сделали все быстро, да. Да. В понедельник написал, в четверг забираю. Да. Видите, как все быстро. Кстати, друзья, знакомьтесь, это Михаил. Здравствуйте, Михаил, да. Вот приобрел у нас Lada Vesta. Комплектация Comfort Winter. Цвет сердолик. 2020 года автомобиль. Мы сделали с прекрасной скидкой. Торопились, если честно, очень быстро старались. Почему? Потому что, сами знаете, ситуация сейчас у нас такая, то что мы не можем доставать, ну, не можем достать автомобили уже на данный момент. Мы пробуем хотя бы выгонять нашим клиентам автомобили, которые делали предоплаты. Вот. Поэтому, друзья, некоторые, как бы прошу извинения заранее, если не получится выгнать вот на следующей неделе какие-то автомобили. К сожалению, это как бы ситуация в стране, не только, это не от нас зависит. Вот, но все же тем, которым я обещал, я им автомобили выгнал. Вот, я сдержал свое слово, цену не повысил, какую цену я обозначил, за такую цену я и выдал автомобиль. Поэтому, друзья, Михаил не даст соврать, вот, все, как я говорил, так и сделал. Правильно же, Михаил? Да, да, мама сомневалась. Друзья, по комплектации я вкратце вам сейчас расскажу. Мы имеем мультифункциональный руль с обогревом руля, 4 электростеклоподъемника, также блок управления наружными зеркалами. Наружные зеркала идут с обогревом. Декоративные вставочки на картах дверей, также на торпедо. Аудиосистема. 4 колоночки, кондиционер, обогрев лобового стекла. Здесь у нас располагается подогрев передних сидений трехуровневый. Вот. Так что, друзья, комплектация очень классная. На самом деле, на сегодняшний день это самая популярная комплектация Comfort Winter. Сейчас мы поедем на установку дополнительного оборудования. Мы поедем делать антикоррозионную обработку полностью автомобиля. Стоимость антикоррозионной обработки составляет 4500. Мы обрабатываем полностью днище, каждую арку, скрытые проемы, то есть дверные, багажные, капотные проемы. Плюс мы постелим сюда ковры салона, салон и багажник. Стоимость составляет 2500. Вот. Вот, друзья, мы пригнали автомобиль на антикоррозионную обработку. Сейчас будем загоняться, у нас здесь очередь небольшая. Напомнить хотел вам про стоимость автомобиля. Стоимость автомобиля составила 695 тысяч. Это цена уже с учетом цвета металлик. Цвет у нас сердолик, это металлизированный окрас. Так что, дорогие друзья, обращайтесь в Viber, Instagram. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Instagram. Я буду стараться вам помочь подобрать классный автомобиль по самой выгодной цене. Поэтому, друзья, я вас жду, буду рад вас видеть у себя и сделать вам прекрасную выдачу автомобиля. Всем вам успехов!